Параша. Параша. Ньюс. В России резко повысился спрос на китайские смартфоны и кнопочные телефоны. С 24 по 28 февраля россияне активно скупали Apple, Samsung и Xiaomi. Но вскоре перешли на более бюджетные смартфоны. В МТС Рашки заявили, что у россиян растет интерес к кнопочным телефонам. За последние две недели их продажи увеличились аж на 12%. Параша. Параша. Ньюс.